Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависят глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка. Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостные обстановки вручения верительных грамот. Знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису. И дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений. Но мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем.